Мы приветствуем вас. К нам в сервис сегодня приехал BMW 525 с проблемой троящего двигателя. Как нам пожаловался клиент, судя по заказ-снаряду, был высокий расход антифриза. В стороннем сервисе заменили прокладки ГБЦ. И после сборки и запуска двигатель начал троить. Диагностика выявила ошибки по выносам и ошибку форсунки шестого цилиндра. В данный момент производится диагностика непосредственно на двигателе. Все смотрится, разбирается. На кадрах вы можете увидеть, насколько сильно дымит выхлопная система. Думаю, в ближайшие несколько часов мы поймем, в чем проблема, и будем знать, что это. Замена каких-то комплектующих, замена двигателя, ремонт двигателя, либо что-то еще. Всем спасибо!